Приветствую всех зрителей телеканала «Самара ГИС». Вы смотрите «Афишу», рубрику, которая подскажет, как провести выходные. Анонсы грядущих мероприятий услышите от меня, Юлии Север. Эту неделю можно назвать поистине космической. День космонавтики уже позади, а мероприятия, которые приоткрывают нам тайны космоса, еще ждут своих посетителей. Так, к примеру, в Доме культуры «Чайка» действует выставка «Мы в космосе». Умение мечтать заложено в человеке с детства. В нашем воображении нам по плечу создать для себя будущее, какое мы только захотим. Ведь в своих мечтах мы можем летать на Луну, на край Вселенной и даже дальше. Фантазии нет предела. Свои фантазии на полотне изобразили художники ДШИ номер 8, студии «Художник», ДК «Чайка» и ДШИ номер 6. Если хотите посетить выставку, торопитесь. Экспозиция будет работать до вечера 17 апреля. Любителям театрального искусства советуем отправиться в театр драмы имени Горького. На сцене комедия «Человек и джентльмен» в итальянский городок приезжает труппа бродячих артистов. Они жарят кильку в гостиничных номерах, носят сало в карманах и постоянно попадают в нелепые ситуации. Богатая публика придирчива, и актеров ждет провал. Нелепые ситуации, наполеоновские планы, коварные жены и самоотверженные любовники – не смеяться запрещено. Итак, 16 апреля. Самарский театр драмы. Спектакль «Человек и джентльмен». Сила воли, грация, упорство, талант. Все это о них, о спортсменах. Эти выходные для них не отдых. 15 и 16 апреля в учебно-спортивном центре «Грация» состоится второй открытый юношеский турнир по спортивной гимнастике в памяти заслуженного тренера России Евгения Логвинова. Днем позже, 17 апреля, на той же площадке пройдет турнир по спортивным танцам. Для зрителей и групп поддержки вход свободный. Киноманам будет интересно следующее мероприятие. С 13 по 16 апреля в Центре российской кинематографии «Художественный» пройдет 11-й международный фестиваль «Кино детям». Фестиваль включает в себя тематические кинопрограммы, российские премьеры, во славу отчизны, кино снимаем сами, кино и музыка. Все мероприятия фестиваля в ЦРК «Художественный» бесплатные. Торжественная церемония закрытия состоится 16 апреля в 14:00. Если вы любите кино, приходите всей семьей. В эту субботу состоится всенародная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». Ежегодная образовательная акция призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Автором текста «Тотального диктанта» в 2016 году стал российский детский писатель, поэт, драматург, член Союза писателей Андрей Усачев. В Самарской областной библиотеке текст «Тотального диктанта» прочтет Ирина Владимировна Самарукова, филолог, литературный критик, доктор филологических наук. Принять участие в акции может каждый желающий. Встречаемся в Самарской областной юношеской библиотеке в 16:00 16 апреля. Проведете ли вы выходные интересно, во многом зависит лично от вас. Мы же надеемся, что наша афиша вам в этом все-таки поможет. Всего доброго, не скучайте.